команды «Зенит-2». Забил Юрий Кириллов, номер 42. Atvažiavo Šiaulių gerbėjai į Klaipėdą. Galima sakyti, kad nėra lengva, vis dėlto penktadienis ir rungtynės prasidėjo 18 valandą, taigi dar gal kai kurie darbų nebuvo pabaigę. Bet palaikymo šiandien šiauliečiai tikrai turi. Čia Kirilovas baudos aikštelėje po Šiaulių klaidos ir pirmasis Ruso įvartis atstovaujant Atlanto komandai. Čia suklydo Šiaulių gynėjai. Kažkuris dabar jų. Ir galiausiai buvo leista Jurijui Kirilovui įmušti pirmąjį įvartį šiose rungtynėse. Jis krinta panašu, kad 26 rungtynių minutė. Ir būtent ko gero tie Šiaulių gynėjai suklydė dabar labiausiai prisidėjo. Vypragnuti, už neznaju, čiris gordlį ir čiris ušį daži, neznaju. Nikolai Zabalotnai. Spasitėl faktiškai. Смолов. Федор Смолов сам идет вперед. Передача направо. Возвращаются чехи. И дальний удар! 2-2! Россия на чемпионате Европы! Гарантия! Кто же пробил-то так? Кириллов, что ли? Так и есть, Юрий Кириллов. Вот, вот зачем держал этого футболиста. И не менял его Писарев и помощники нашего старшего. Шикарный гол. Шикарный гол. Буквально по всему оборонительному фронту Химок. Вернее, тылу. Прошла минута дополнительного времени. Сколько всего добавили. Не менее трех минут. Была рука. Нет, игра продолжается. Надо забивать. И 3-2. Прекрасная игра. Данилов отмечается в судейском протоколе. Теперь уже ликуют фанаты Уфы. Все зрители благодарят свою команду также за проявленный характер и не сумели удержаться до последних мгновений. Гости. А мне бы хотелось посмотреть, какой частью тела Виталий Галыш сыграл в этом эпизоде. Ну, не было.